Добрый день! Сегодня вашему вниманию представляется ленточный конвейер желобчатого типа, который предназначен для транспортирования мелкосыпучих материалов как по горизонтальным трассам, так и по наклонным трассам. Наиболее часто ленточные конвейеры желобчатого типа применяются для транспортировки таких материалов, как щебень, гравий, песок, шланг, уголь, бытовые отходы, строительный мусор и другое. Ленточные транспортеры изготавливаются в климатическом исполнении У категории размещения 2 при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 40 градусов Цельсия. Конвейер ленточный, желобчатый, имеет следующий конструктив. Несущая рама, в верхней части которого установлены роликоопоры желобчатого вида. Также на боковой части рамы закрепляются дефлекторные ролики, предотвращающие сход ленты. В начальной части рамы устанавливается приводной барабан, а в конечной части – натяжной барабан. Приводной барабан приводится в движение с помощью мотор-редуктора, приводя в движение конвейерную ленту. В зависимости от необходимых характеристик, таких как длина конвейера, угол наклона, производительность, ширина ленты, подбирается необходимый конструктив конвейера.